Если я все правильно понимаю, то это вроде как тир. Но он закрыт. Здесь должна быть выставка оружия. Так и есть. Рыцарские доспехи. Здесь внизу штыки, но их плохо видно. И кинжалы. А это чего такое страшное? Меч Фламберг двуручный.
Выходим. А стволы пушек, кстати, вроде как настоящие. Вот есть отверстие для запала. Лафет, понятное дело, уже, так сказать, копия, но стволы металлические, холодные. Так, идем во дворец. Памятник архитектуры и градостроения, дворец 17-го столетия. Да уж, реально дворец. Красиво. Максим Кривонос, один из лидеров национально-освободительного движения. Нестор Морозенко. Гетьман Мазепа. Богдан Хмельницький. Иван Богун, тоже очень заметный персонаж в национально-освободительном движении. А вот макет этого замка. Я же говорил, что здесь чего-то не хватает, вот здесь по краям, по углам. О, а санузел здесь вполне современный. Сушилки, все дела. Какой исторический контраст. О, а это чего? Ну, у меня два варианта. Либо это какой-то был, так сказать, черный ход, аварийный выход. Или это был сток для туалета. О, вот это мебель. Не то, что сейчас.
Так, ну уже почти все осталось только подняться на муры. Здесь еще не все восстановлено до того состояния, в котором оно было, но работа здесь проделана просто колоссальная. В сравнении с другими замками, где восстановительные работы только начинаются, здесь прогресс просто огромный. Очень интересное место, очень много всевозможных экспонатов. Настоятельно рекомендую к посещению.